Приветствую всех любителей волейбола и спорта со дворца игровых видов спорта имени Ивана Харитоновича Рамазана. И сегодня проходит чемпионат России по волейболу среди мужских команд. Пятый тур финального этапа. Участвуется команда «Магнитка» Магнитогорск, Лажанин, Кострома. Прослушайте составы играющих команд. Команда «Волжанин», Кострома. Первый номер — Александр Юркин. Второй номер — Дмитрий Дюкич. Третий — Андрей Иванников. Четвертый — Кирилл Сапегин. Пятый — Александр Пятов. Седьмой — Иван Паничев. Восьмой — Александр Голубев. Девятый — Владислав Спирин. Десятый — Андрей Бобров. Одиннадцатый — Илья Соловьев. Двенадцатый — Андрей Сафонов. Тринадцатый — Владислав Енин. Четырнадцатый — Павел Тиюрский. Пятнадцатый — Игорь Тюрин. Шестнадцатый — Евгений Люпа, либеро. Главный тренер — Евгений Цветков. Старший тренер — Павел Таюрский. Команда «Магнитка» Магнитогорск. Первый номер — Иван Скотников. Второй — Артем Лашманов. Третий — Георгий Жериков. Четвертый — Валерий Чекушин. Пятый — Никита Мушенко. Седьмой — Евгений Сафонов. Восьмой — Дмитрий Саедов. Девятый — Рауль Гениатулин. Десятый — Герман Мелис. Одиннадцатый — Никита Севастьянов. Тринадцатый — Данила Портной. Пятнадцатый — Иван Турченко. Восемнадцатый — Никита Иванков. Двадцатый — Максим Горбуля. Главный тренер — Денис Матусевич. Старший тренер — Сергей Кукома. Садист — Сергей Рогошкин. Подает Евгений Сафонов. Седьмой номер — команда «Магнитка». Счет 2-2. Подает 12 номер — Андрей Сафонов. Блокирующая команда — «Волжанин», Кострома. Мяч покидает пределы площадки. Счет 3-2. Подает Максим Горбуля. 20 номер — команда «Магнитка». Максим! 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 А блокирующий команды «Магнитка» мяч покинул пределы площадки. Счет сравнивается 3-3. Подает 15 номер — Игорь Тюрин. Диагональный — команда «Волжанин», Кострома. Мушенко. Опять Мушенко. Перекидывает блок. И игроки не справляются на приеме. Счет 4-3. Подает Никита Иванков, 18 номер, команда «Магнитка». Никита! 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 Мелис. Мушенко. И Мушенко приносит 5 очко команде «Магнитка». Счет 5-3. Продолжает подавать Никита Иванков, 18 номер, команда «Магнитка». Никита! 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 Сели, сели, сели! Счет 4-5. Подает 5 номер — Александр Пятов, доигровщик, команда «Волжанин», Кострома. Поднимается Сафонов, Севастьянов, Мушенко. И либеро команды «Волжанин», 8 номер — Александр Голубев, не справляется на приеме. Счет 6-4. Подает Никита Мушенко, 5 номер, команда «Магнитка». Пятнадцатый номер — Игорь Тюрин, не справляется в обыгрывании блока. Счет 7-4 в пользу команды «Магнитка». Подает Никита Мушенко, 5 номер, команда «Магнитка». Муха! Муха! Спирин. И никто не закрыл шестую зону. Thank you.
Счет 5-7. Подает седьмой номер Иван Паничев, связующий, команда «Волжанин». Мушенко принял. Ваня Турченко приносит восьмое очко команде «Магнитка». Счет 8-5. Подает Ваня Турченко, 15 номер, команда «Магнитка». Иванков справляется. И Ваня не справляется на приеме мяча. Счет 6-8. Вместо Вани выходит Герман, 10 номер, либеро. Подает 9 номер Владислав Спирин, связующий, команда «Волжанин». Принимает Мушенко, Севастьянов, Иванков. И на блоке 10 номер Андрей Бобров приносит седьмое очко команде «Волжанин». Магнитка! Магнитка! Подает Владимир Спирин, связующая команда «Волжанин». Принимает Сафонов, Севастьянов, Иванков. И от блока мяч покидает пределы площадки. Счет 9-7. Подает Никита Севастьянов, 11 номер, команда «Магнитка». Мушенко, Севастьянов, Иванков перекидывает. Мушенко, Севастьянов, Иванков. Счет 8-9. Подает 10 номер Андрей Бобров, доигровщик, команда «Волжанин». Мяч покинул пределы площадки. Счет 10-8. Подает Евгений Сафонов, седьмой номер, команда «Магнитка». Подает 12 номер Андрей Сафонов, блокирующий, команда «Волжанин». И Мушенко пробивает двойной блок. Счет 11-9. На подачу идет 20 номер Максим Горбуля, команда «Магнитка». Пятый номер Александр Пятов приносит 10 очко команде «Волжанин». Подает 15 номер Игорь Тюрин, диагональная команда «Волжанин». Сафонов не справляется на премии мяча. У 15 номера эйс. Счет сравнивается 11-11. Сафонов, Севастьянов, Иванков. Севастьянов, Мелис, Иванков. Счет 12-11. Подает Никита Иванков,
18 номер, команда «Магнитка». Никита! У Никиты эйс. Счет 13-11. Продолжает подавать Никита Иванков, 17 номер, команда «Магнитка». На подачу идет Александр Пятов, доигровщик, команда «Волжанин». Дает Никита Мушенко, 5 номер, команда «Магнитка». Счет 14-12. Никита! Отбока команды «Магнитка», мяч покинул пределы площадки, счет 13-14. Подает 7 номер Иван Паныч, Паничев, связующий, команда «Волжанин». Сафонов, Севастьянов, Сафонов и Ваня завершает атаку, счет 15-13. Подает Иван Турченко, 15 номер, команда «Магнитка». Счет 14-15. Подает Владимир Спирин, связующий, команда «Волжанин». Принимает Сафонов, Севастьянов, Иванков. Иванков отправляет мяч в аут. Счет сравнивается 15-15. Продолжает подавать Владислав Спирин, связующий, команда «Волжанин». Севастьянов, Сафонов. Сафонов выводит команду «Магнитка» вперед. Счет 16-15. Подает Никита Севастьянов, 11 номер, команда «Магнитка». Никита эйс. Счет 17-15. Тайм-аут брала команда «Волжанин» Кострома. Мелис не справляется на прямом мяча. Счет 16-17. Подает 10 номер Андрей Бобров, доигровщик, команда «Волжанин». Сафонов, Севастьянов, Горбуля. И Горбуля отправляет мяч в аут. Счет сравнивается 17-17. Подает 10 номер Андрей Бобров.
Бобров. Доигровщик, команда «Волжанин». Мелис, Севастьянов, Горбуля. И от блока команды «Волжанин» мяч покинул пределы площадки. Счет 18-17. Подает Евгений Сафонов, седьмой номер, команда «Магнитка». Женя! 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 У Евгения Сафонова ошибка на подаче. Счет сравнивается 18-18. Подает Андрей Сафонов, блокирующий, команда «Волжанин». Принимает Мелис, Севастьянов и Горбулев. Отправляет мяч в аут. Счет 19-18. Тайм-аут, команда «Магнитка». Принимает Сафонов, Севастьянов и Горбуля сравнивает счет 19-19. Подает Максим Горбуля, 20 номер, команда «Магнитка». Максим! 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 Ваня Турченко приносит 20 очко команде «Магнитка». Счет 20-19. Продолжает подавать Максим Горбуля, 20 номер, команда «Магнитка». Максим! 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 На сей раз Максим ошибается на подаче. Счет сравнивается 20-20. Подает Игорь Тюрин, диагональная команда «Волжанин». Сафонов. Мушенко с сильнейшим ударом приносит 21 очко команде «Магнитка». Счет 21-20. Подает Никита Иванков, 18 номер, команда «Магнитка». Никита Эйс, 22-20. Продолжает подавать Никита Иванков, 18 номер, команда «Магнит». Счет 21-22. Подает пятый номер Александр Пятов, доигровщик, команда «Волжанин». Сафонов, Севастьянов, Мушенко. И Мушенко приносит 23 очко команде «Магнитка». Счет 23-21. Он же на подаче. Муха! 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 Подает седьмой номер Иван Паничев, связующий, команда «Волжанин». Сафонов, Севастьянов, Сафонов. И Сафонов зарабатывает сетбол 24-22.
Тайм-аут брала команда Волжанин Кострома. Подает Иван Турченко, 15 номер, команда Магнитка. Турченко, Севастьянов, Сафонов. И Сафонов заканчивает первую партию. Счет 25-22. Вторая партия матча. Напинающий чемпионат России по волейболу среди мужских команд. Пятый тур финального этапа. Встречаются команды «Магнит» Магнитогорск, Волжанин, Кострома. Первый игровой день. Никита Мушенко приносит первое очко во второй партии. Счет 1-0. Подает Никита Севастьянов, команда «Магнитка». Голубев. Пятов. И в блоке Максим Горбуля приносит второе очко команде «Магнитка». Счет 2-0. Десятый номер Андрей Бобров приносит первое очко команде «Волжанин». Счет 1-2. Он же подает. Мушенко, Севастьянов, Сафонов. И от блока команды «Волжанин» мяч покинул пределы площадки. Счет 3-1. Подает Евгений Сафонов, седьмой номер, команда «Магнитка». Бобров. Тюрин приносит второе очко команде «Волжанин». Счет 2-3. Подает 12 номер Андрей Сафонов, блокирующий, команда «Волжанин Кострома». Сафонов, Севастьянов и Никита Иванков приносит четвертое очко команде «Магнитка». Счет 4-2. Максим! Максим! Тюрин, Севастьянов, Мушенко. И Мушенко сильнейшим ударом. Оказывается, Мушенко попадает в аут. Счет 3-4. Что, в поле попал или в аут? Подает 15 номер Игорь Тюрин, диагональная команда «Волжанин Кострома». Принимает Мушенко, Севастьянов, Мушенко. Счет 4-4. Продолжает подавать 15 номер Игорь Тюрин, диагональная команда «Волжанин Кострома». Игорь ошибается. Счет 5-4. Подает Никита Иванков, 18 номер, команда «Магнитка». Пятов. Пять пятов. И от блока команды «Магнитка» мяч покидает пределы площадки. Счет сравнивается 5-5. Подает Александр Пятов, доигровщик, команда «Волжанин Кострома». Пятый
Сильная подача. И Пятов не перекидывает сетку. Счет 6-5 в пользу команды «Магнитка». Подает Никита Мушенко, пятый номер, команда «Магнитка». Голубев. И десятый номер, Андрей Бобров. Сравнивает счет 6-6. Замена в команде «Волжанин Кострома». Место либера Голубева. Вышел 12 номер, Александр Сафонов, блокирующий. Подает 7 номер, Иван Панычев, связующий. Команда «Волжанин». Сафонов. Севастьянов. Сафонов. Пятов. Бобров. Счет 7-6 в пользу команды «Магнитка». Подает Иван Турченко, 15 номер, команда «Магнитка». Бобров. Сафонов. Тюрин. Бобров. Тюрин. Пятов. Бобров. Бобров. Спирин. Голубев. Тюрин. И Тюрин отправляет мяч в аут. Счет 8-6. Продолжает подавать Ваня Турченко, 15 номер, команда «Магнитка». Голубев. Бобров. И отблокирующая команда «Магнитка». Мяч покинул пределы площадки. Счет 7-8. Подает 9 номер Владислав Спирин, связующий, команда «Волжанин Кострома». Сафонов. И Пятов не справляется на премии мяча. Счет 9-7 в пользу команды «Магнитка». Подает Никита Севастьянов, 11 номер, команда «Магнитка». Голубев. Мушенко, Севастьянов, Сафонов. Счет 10-7. Подает Никита Севастьянов, 11 номер, команда «Магнитка». Никита ошибается на подаче. Счет 8-10. Подает 10 номер Андрей Бобров, доигровщик, команда «Волжанин». Андрей Бобров приносит эйс, счет 9-10. Андрей ошибается на подаче. Счет 11-9. Подает Евгений Сафонов, 7 номер, команда «Магнитка». Женя! 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 Женя!
Продолжает подавать Евгений Сафонов, седьмой номер, команда «Магнитка». Голубев. И пята пошибается. Посуждает очко команде «Волжане Кострома». Счет 10-12. Подает 12 номер Андрей Сафонов. Команда «Волжане Кострома». Андрей попадает в сетку. Счет 13-10. Место 12 номера Андрея Сафонова вышел либеро Александр Голубев, 8 номер. Пятов. Счет 14-10. Максим Горбуля, 20 номер, команда «Магнитка». Тюрин. И 10 номер Андрей Бобров приносит 11 очко команде «Волжанин». Подает 5 номер Игорь Тюрин, диагональная команда «Волжанин». Севастьянов, Иванков. Иванков приносит 15 очков команде «Магнитка». Подает Никита Иванков, 18 номер, команда «Магнитка». Никита попадает в аут. Счет 12-15. Липецкую давай! Подает Никита Мушенко, 5 номер, команда «Магнитка». Бобров. Сафонов, Севастьянов, Мелес, Иванков. И блокирующий команды «Волжанин» мяч покинул пределы площадки. Счет 17-12. Тайм-аут, команда «Волжанин». Вперед, «Магнитка!» Вперед, «Магнитка!» Вперед, «Магнитка!» Вперед, «Магнитка!» Вперед, «Магнитка!» Никита ошибается на подаче. Счет 13-17. Подает седьмой номер Иван Паничев, связующий, команда «Волжанин Кострома». Мушенко, Севастьянов, Иванков. Кто бьет, тот вот. Тюрин. Счет 14-17. Подает Иван Паничев, седьмой номер, команда «Волжанин Кострома». Место Никита Мушенко. Вышел капитан команды Рауль Гениатуллин, 9 номер. Паничев осыпается на подаче. Счет 18-14.
раздает Иван Турченко, 15 номер, команда «Магнитка». Гениатулин. Иванков. Счет 19-14. Тюрин. Счет 15-19 у Игоря Тюрина. Эйс подает 9 номер, Владислав Спирин, связующая команда «Волжанин». Сафонов, Севастьянов, Сафонов. И Сафонов приносит 20 очко команде «Магнитка». Подает Никита Севастьянов, 11 номер, команда «Магнитка». Никита! 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 Андрей Бобров отправляет мяч в аут. Счет 21-15. Тайм-аут команды «Волжанин». Сейчас, нет. Вперед, «Магнитка». Вперед, «Магнитка!» Вперед, «Магнитка!» И Сафонов в блоке приносит 22 очко команде «Магнитка». Счет 22-15. Вместо 9 номера Владислава Спирина вышел 4 номер, Кирилл Сапегин, связующий, команда «Волжанин» Кострома. Никита! 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 И Максим Горбуля в блоке зарабатывает 23 очко до команды «Магнитка». Счет 23-15. Двойной сетбол у команды «Магнитка». Продолжает подавать Никита Севастьянов, 11 номер, команда «Магнитка». Мелис. Иванков. Подает Андрей Бобров, доигровщик, команда «Волжанин». Сафонов. Сафонов приносит сетбол команде «Магнитка». Счет 24-16. Вместо капитана Рауля Гениатуллина на площадку возвращается Никита Мушенко, 5 номер. Никита поймал мяч. Подает первый номер Александр Юркин, доигровщик, команда «Волжанин» Кострома. Мелис, Севастьянов.
И Горбуля заканчивает вторую партию. Счет 25-17. Счет по партиям 2-0. Третья партия. Напоминаю, чемпионат России по волейболу среди мужских команд. Пятый тур финального этапа высшей лиги. Это команда «Магнитка» Магнитка-Магнитогорск, Жанин Кострома. Хозяева площадки команда «Магнитка» ведет со счетом 2-0. Первую партию с подачи начинает Никита Севастьянов, 11 номер, команда «Магнитка». Счет 1-0. Продолжает подавать Никита Севастьянов, 11 номер, команда «Магнитка». Максим Горбуля приносит второе очко команде «Магнитка». Счет 2-0. Продолжает подавать Никита Севастьянов. 11 номер, команда «Магнитка». Мелис Иванков. И «Магнитка» ведет в счете 3-0. Подает первый номер Александр Юркин, доигровщик команды «Волжанин Кострома». Кроссовки не проскальзывают, протирает. Александр отправляет мяч в аут. Счет 4-1. В пользу команда «Магнитка». Подает Евгений Сафонов. Седьмой номер, команда «Магнитка». Женя! 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 Иванков. И счет становится 5-1 в пользу хозяев площадки команды «Магнитка». Продолжает подавать Евгений Сафонов, седьмой номер, команда «Магнитка». Женя! 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 Не разобрались, могли вытащить спокойно. Команда «Магнитка» немного не разобралась. Какой игрок будет принимать мяч? Счет 2-5. Подает 12 номер, Андрей Сафонов, блокирующий команду «Волжанин». И Горбуля приносит что очко команде «Магнитка». Счет 6-2. Он же идет на подачу. Счет 3-6. Подает 15 номер Игорь Тюрин, диагональная команда «Волжанин». Сафонов принимает, Севастьянов и Ваня Турченко отправляет мяч в аут. Счет 4-6. Продолжает подавать Игорь Тюрин, диагональная команда «Волжанин».
Мелис. И Мушенко сильнейшим ударом приносит 7-е очко команде «Магнитка». Счет 7-4. На подаче 18 номер Никита Иванков, команда «Магнитка». Счет 5-7. Подает 5-й номер Александр Пятов, доигровщик, команда «Волжанин Кострома». Принимает Мелис, Севастьянов, и Ваня вколачивает мяч и приносит сильнейшим ударом 8-е очко команде «Магнитка». Счет 8-5. Подает Никита. Подает Никита Мушенко. Команда «Магнитка». Подает 7-й номер Иван Паничев, связующий, команда «Волжанин Кострома». И мяч покидает пределы площадки. Счет 9-6. Дает Иван Турченко, 15-й номер, команда «Магнитка». Сафонов. И Александр Юркин отправляет мяч в аут. Счет 10-6. Продолжает подавать Иван Турченко, 15-й номер, команда «Магнитка». Иван ошибается на подаче. Счет 7-10. Подает Спирин Владислав, 9-й номер, команда «Волжанин Кострома». Мушенко, Севастьянов. И Севастьянов приносит 11 очко команде «Магнитка». Счет 11-7. Дает Александр Юркин, доигровщик, команда «Волжанин». Принимает Мелис, Севастьянов, Иванков. И мяч попадает в пустую зону площадки. Счет 9-11. Продолжает подавать Александр Юркин, доигровщик, команда «Волжанин». Магнитка! 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 Сафонов. Мушенко. И отблокирующая команда «Магнитка». Мяч покинул пределы площадки. Счет 10-11. Thank you.
продолжает подавать Александр Юркин, команда «Волжане». И эйс у Александра. Счет сравнивается. Тайм-аут, команда «Магнитка». Сафонов принимает, Севастьянов, Горбуля. И Горбуля приносит 12 очко команде «Магнитка». Счет 12-11. Подает Евгений Сафонов, 7 номер, команда «Магнитка». Женя! 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 Мелис, Мушенко, Мелис, Севастьянов, Мушенко, и Мушенко не пробивает тройной блок. Счет сравнивается 12-12. Санек, собери команду, а. Наши такие, в синем которых. Что за херня? Нормально. Подает 12 номер Андрей Сафонов, блокирующая команда «Волжанин». Ошибка на подаче. Счет 13-12. Максим! 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 Команда «Магнитка» работает двойной блок. Счет 14-12. Подает Максим Горбуля, 20 номер, команда «Магнитка». Максим никогда сильно не бьет, он планер подает. Планирует подачу. Вместо Максима Горбуля вышел Герман Мелис, либеро. Подает 15 номер Игорь Тюрин, диагональная команда «Волжанин». Мелис. Севастьянов и Мушенко очередной раз сильнейшим ударом приносит очко команде «Магнитка». Счет 15-13. Никита Иванков, команда «Магнитка». Никита! Никита! У Никиты эйс. Счет 16-13. Тайм-аут, команда «Волжанин», Кострома. «Магнитка! Вперед, Магнитка!» Блоки Никита Мушенко приносит 17 очко. Счет 17-13. У команды «Волжанин» Кострома двойная замена. Мушенко. И Никита приносит 18 очко команде «Магнитка». Счет 18-13. Продолжает подавать Никита Севастьянов, 18 номер, команда «Магнитка». Завтра состоится второй игровой день.
Также в 17:00 во дворце спорта имени Ивана Христосова Рамазана по адресу Ленина 97. В 5 часов. О, Липецкая. Подает пятый номер Александр Пятов. Команда «Волжанин». Мушенко. Мелис. Севастьянов. Мушенко. Мушенко поймал кураж. Зарабатывает очко за очком. Счет 19-14. Команда «Магнитка» работает тройной блок. Счет 20-14. Продолжает подавать Никита Мушенко. 11-9, 5-й номер команда «Магнитка». Мелис вытаскивает. Сафонов. И 10-й номер Андрей Бобров отправляет мяч в аут. Но команда «Волжане» не согласна с решением главного судьи. Тайм-аут брала команда «Волжанин» Кострома. Счет 21-14. Дает Никита Мушенко, вперед, пятый номер, Магнитка! Команда «Магнитка». Вперед, Магнитка! Иванков. Сафонов. Иванков. Не отблокирующая команда «Магнитка». Мяч попадает в аут. Счет 15-21. Подает седьмой номер Иван Панничев, связующий, команда «Волжанин» Кострома. Иванков. И Иванков сильнейшим ударом приносит 22 очко команде «Магнитка». Счет 22-15. Команде «Магнитка» осталось заработать 3 очка, чтобы победить в матче. Это Ваня Турченко, команда «Магнитка». Мушенко. Севастьянов скидывает. Счет 23-15. Двойной матчбол у команды «Магнитка». Продолжает подавать Иван Турченко, 15 номер, команда «Магнитка». Андрей Бобров сильнейшим ударом приносит 16 очков команде «Волжанин». Он же идет подавать. Мушенко, Севастьянов, Сафонов. 24-16. У команды «Магнитка» матчбол. Никита Севастьянов.
Мелиш, Севастьянов. Иванков перекидывает. Сафонов. У команды «Магнитка» касание сетки. Тайм-аут брала команда «Магнитка». Счет 24-17. У команды «Магнитка» матчбол. Подает Александр Юркин, доигровщик. Вперед, «Магнитка!» Команда «Волжань-Кострома». Иванков, Мушенко, Севастьянов, Иванков. Мелис, Севастьянов, Мушенко. И Максим Горбуля приносит последнее очко в матче. Счет 25-17. Победа! Победа! Мы приглашаем вас завтра в наш дворец спорта. Команда «Магнитка» встретится с командой «Волжань». Начало игры в 17 часов. Завтра в воскресенье начало игры в 17 часов. До свидания.